Приветствую всех подписчиков гостевого канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по игре Криптофермер, где мы будем покупать коров, кто не знает, и покупать миксер, который производит сыр. Кто не знает, регистрация здесь не простейшая. Логин, имейл, пароль, вход по имейлу, по электронной почте и паролю. Единственное, нужно вот сюда на колесико кликнуть, подтвердить адрес почты электронной, кликните на ссылочку, подтвердите почту и перейти вот в сеттинг настройки, обязательно прописать платежные реквизиты. Значит, я прописала Pair, и от Faucet Pay почту нужно прописать. Кликайте «Сохранить все». Значит, при регистрации нам дают монеты бонусные. За эти монеты вы покупаете корову. Сюда приходите и кликаете «Купить корову». Раз в час корова нам дает молока. Вот здесь кликайте вот сюда, собираем молоко. Один раз в час. Все, молоко мы собрали. Через час опять заходим и собираем это молоко. После того, как молоко мы это собрали, идем в сыроварню. Значит, у меня 180 молока. Я рискнула на 1 доллар. В прошлом видео я показывала. Вывод платит инстантом без минималки на Faucet Pay. Собрали, вывели. Это на Faucet Pay. А на Pair минимальный вывод 3 цента. Хотите, собирайте на Pair 3 цента. Хотите, без минималки на Faucet Pay. Значит, пришли мы в сыроварню эту. Вот мое молоко 180, да? И после чего вы здесь кликаете «Био купить». Миксер. Вы купите вот этот вот миксер первый. Вот он у меня. Абсолютно без вложений я его купила. Так. После чего вот этот я купила уже с вложениями. Я его обновила, прикупила. Так, далее что? Вот. Нужно сделать нам сыр. Значит, я на эти мелкие... Он мало дает, первый уровень, да? Так как у меня уже какой-то второй, по-моему, уровень. Вот, я буду вот на эти два кликать. Значит, мы собираем, нужно, чтобы производство сыра нам дали. Вот на эту зеленую, вот на эту зеленую вы кликаете, верхняя зеленая. Кликаем. Все. Через минуту вот это загорится ярким светом. Свет яркий будет. Через одну минуту. И вот сюда я кликаю. Тоже. Сейчас я вам покажу. Тоже идет таймер, да? Обождем. Тут сколько? 30 секунд. После того... Вот у меня на данный момент 6 вот этих, как бы, сыр. 6 сыров. Вот. Мы пойдем их продавать. Осталось вот немножечко секунд. Сейчас я покажу вам. Все, видите, да? И вот это вот ярким цветом стало. Я кликаю на эту зелененькую вкладочку. Все, один чикен у меня готов сыр. У меня стало 7 сыров. Я опять кликаю сюда. Так, у меня там еще 60. Все, у меня пошел обрабатываться. И вот это тоже подошел миксер, да? Кликаю. Все, у меня стало 8 сыров. Сейчас вот. И здесь еще иногда выпадает капча. Нужно разгадывать капчу. Капча здесь очень легкая, видите. Коровка. Кликаем на коровку. И вот здесь, на синюю вкладочку.
Чик. Все. Капчи мы прошли. Ну и здесь идет этот таймер, пусть он идет. Значит, у меня будет 9. Далее мы продали все это. Не продали, собрали это все, да? Как продавать? Идете сюда, кликайте Sell. У вас будет самая нижняя, да? Вот это. Без вложений. Она будет здесь зелененьким гореть, как бы. И у вас будет вот здесь баланс ваш. Вы кликаете сюда Sell и продаете свой сыр. Это первый уровень. У меня уровень второй. У меня вот видим 8 вот этих сыров вот на такую вот сумму. Один сыр мне дает 0.001. Вот. Понятно, я пока продавать не буду. Сейчас я вернусь. Сюда я продаю в конце дня. Как бы это, ну это вот чисто для себя я так. Все. Молоко мое по нулям. Через час я зайду, опять соберу молоко. Опять здесь я его как бы соберу. Вот. И продам. Так, значит, у меня второй уровень, да? Вот. 0.001. И уже мне будет 1 цент через час. Высоко, согласитесь, неплохо. Это только что я вот сегодня зашла. Если будет у меня сейчас второй уровень, и когда, если у меня будет пятый уровень, будет давать одно молоко, вот у меня их 9, да? По 1 центу. Понимаем, да? Вот так. Далее что? Ну, там по нарастающей идет. Что еще я хочу сказать? Значит, это баланс вывода. Кликайте «Выводить». Можно сюда кликать, как бы. Здесь вот вывод. И выбираете, что вы хотите. На Pair от 3 центов. Или здесь вот по нулям. Или на Faucet Pay. Кликаете, выводите. Я в прошлом видео показывала. Платит инстантом. История вывода. Я вот на Faucet Pay выводила. Вот. Такое количество я вывела. Так. Пока я выводить тоже ничего не буду. Значит. Опять возвращаюсь я на домашнюю страничку. И здесь можно покупать вот это баланс вывода мой. У меня 6 центов. Это баланс покупок. Вот эти коины нужно покупать. Клику опять. Купить вот эти коины. Это по желанию. Да, я рискнула как бы одним долларом. Бог с ним. Можно с Pair пополнять. Покупать вот эти коины. Можно с Faucet Pay. А можно мой USDT баланс, то есть баланс вывода. Когда будет нужна сумма, да, вот здесь показано, например, вот 10 центов. Можно с 1 цента даже начинать покупать, как бы. Я могу вот 60 вот этих коинов прикупить. Мой баланс и как бы сюда кликнуть и купить. С моего баланса. Так как сколько у меня там? Уже 9 центов, да, по-моему. Вот. И я могу как бы вот прикупить. Также здесь, если у вас будет, например, на балансе 10 центов, вы можете прикупить 100 коинов. И как бы улучшить там корову. Или же купить еще сыроварню эту одну. Вот. Ну, там по нарастающей. С баланса как бы Pair, Faucet Pay и мой баланс. Это хорошо, что можно с баланса. Да, вот у меня, видите, 6 центов. Я могу прикупить как бы 60 вот этих коинов. По 10 коинов. По 1 центу. Это хорошо. Вот. Ну, вот как-то так. Мне игра зацепила. Вот.
Все у меня здесь по нулям. Да, вот 9 монет у меня. Потом я продам, уже будет больше, правильно? Вот это я буду продавать уже перед тем, как уже делать завершение работы. Хочу посмотреть, сколько у меня наберется монеток. Вот это я вчера как бы насобирала. Вот. Каждый день хожу, собираю. Ну, в принципе, все, ничего сложного нет. Здесь купите корову эту, потом на сыроварню пойдете, прикупите этот миксер. Вот. И здесь уже идет уровень 4, потом уровень 5. И это нужно 350 коин, чтобы прикупить. Понимаем, да? Вот. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Но неинтересно, друзья, пройдите мимо. Но она Faucet Pay, как я уже сказала, абсолютно без вложений платит. Я лично проверила. Инстантом сразу, без минималки. Собрали, продали, вывели. Все просто. Но не забываем подтвердить почту и прописать реквизиты. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!